Спасский женский монастырь в центре Ульяновска был построен в начале 17 века и на протяжении сотен лет был мощным духовным центром. В 1920 году монастырь закрыли с подачи властей. Его восстановление началось в 2017 году на историческом месте, на улице Дворцовая. В октябре 2019 года было освящено место построительства, и работа закипела. Сейчас завершается внутренняя отделка надвратного храма монастыря и роспись колокольни. Ход работ осмотрел Сергей Морозов, а затем провел совещание с участием духовенства. В первую очередь губернатор отметил транспортную доступность строящегося объекта, чтобы любой прихожанин мог без проблем добраться до храма. Центр такой достаточно перегружен, общественный транспорт, чтобы не получилось так, что у нас часто здесь невозможно толком проехать, а так вообще все встанет. Поэтому нам надо еще раз внимательно посмотреть по парковочным пространствам. На заседании Сергея Морозова представили эскизный проект по благоустройству территории вокруг монастыря и прилегающих улиц. Главный акцент в проекте планируется сделать на оригинальном озеленении и современной инфраструктуре. Площадь перед храмом подрядчик выложит из мраморной плитки, остальную территорию заасфальтируют. Фасады зданий сделают в едином стиле, цветовой гамме, а лишние электропровода и рекламу уберут. Благоустройством предполагается приведение в порядок всех фасадов и тротуаров проезжей части. Пешеходные все тротуары должны быть без бордюров, чтобы было удобно ходить и пожилым, и родителям с детьми, и детям. Расширяются тротуары вдоль Версаля, вдоль ДК губернаторского, вдоль первой школы, там где сквер, там дополняется торшерное освещение. Глава региона дал поручение утрясти все имеющиеся технические вопросы по проекту до 16 марта, а затем по итогам провести повторную встречу с духовенством. Митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф отметил, что сегодня поддержка губернатора в вопросах по восстановлению религиозных объектов на территории региона бесценна. Мы довольно часто собираемся здесь и обсуждаем различные проблемы, стоящие в связи с возрождением храма. Эти совещания проходят под председательством губернатора нашей области Сергея Ивановича Морозова. И вот общими усилиями у нас, в общем-то, дело идет к завершению. Я думаю, это будет хороший такой радостный праздник. В этом году церковь отметит 100 лет со дня закрытия обители богоборческими властями. Поэтому символично, что 5 апреля планируется осветить надвратный храм в честь всех святых в земле Симбирской просиявших. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.